Ну что, очередное видео. Решил я, пока есть такая возможность, свободное время, так называемое, после урагана, заняться немножко чисткой некоторого оружия, которое было временно достано из сейфа. А если достал, надо почистить. Чисто-чистка. Ничего особенного здесь не будет. Хочу посмотреть, в каком состоянии данные стволы. В данном случае у меня будет AR-15 пистолет и ЧЗ-75 тоже пистолет. Как ни странно. Один такой пункт. Электричества у меня в доме нету. Так что я не знаю, насколько хватит батареек разнообразных. И лампочки у меня включены тоже через USB. И, соответственно, тоже на сколько времени хватит, неизвестно. Ну, 75 ЧЗ разбирается довольно-таки легко. Я знаю, что освещение и камера, выбор не самый хороший, но выбора у меня сейчас нету. Полувзвод, как обычно, чтобы облегчить. Совмещаем или пытаемся совместить риски. Если удастся. Вот эти вот. Да, я знаю, что не очень хорошо видно. Ну, я буду разбирать. И пока я буду разбирать, я, наверное, камеру выключу, чтобы батарейки на дольше хватило.